Здравствуйте, уважаемые блогеры. Сегодня 10 декабря. Мы сегодня в рамках русских встреч состоится встреча с профессором Платоновым Олегом Анатольевичем. Его позиция очень интересна. Вот. Достаточно плотно. Ну, его позиция очень интересна. Он русский патриот, отчасти сталинист и так далее. Очень жесткая, интересная позиция. Действительно, так сказать, позиция. Нужно приветствоваться. Ну, вот он, так сказать, сегодня послушаем, что он говорит. Достаточно интересно. Весь он с нашими чаяниями, мы говорим, выступает. Ну, их не пускают на эхо Москвы. Либералы, они не называют русский институт, принесут. Далее. Ну, послушаем. Сегодня, конечно, говорить о возрождении России, русских, это просто определенно в общей среде, потому что заправляют либералы, которые практически 20 лет издевались над историей, над культурой страны. Вот такая ситуация. Спасибо, ваш присутствие.